Здравствуй, болельщик! Здравствуй, фанат! Здравствуй, красноярец! Здравствуй, Томич! У вас тоже сейчас складывается впечатление, что заиграет музыка, и я начну петь? Нет, я просто приветствую всех тех, кто непосредственно имеет отношение к сегодняшнему матчу. А это Томич, красноярец, болельщик, фанат из Томска, из Красноярска. Да и вообще любой болельщик, который следит за ФНЛ. У нас 12-й тур, между прочим. И мы приветствуем сегодня наших гостей, Томскую Томь. Это значит, ребят, что у нас дерби. Дерби, что ли? Наше любимое сибирское дерби. Салам всем, кто ходит с нами под одним солнцем. Всем переулкам и дворам. Салют, земляне, давайте акулу спросим. И разнесем одну любовь по городам. Дорогие друзья, мы с Виталиком буквально... Ну, не только что узнали, но недавно, что главный лозунг команды Томи, да и болельщиков, фанатов этой замечательной команды – «Мы хозяева Сибири». И мы задумались, а мы тогда кто? Так, кто внутри? Сознавайся, кто там внутри? Кто-то. Как зовут тебя, друг? Илья. Илюха, ты очень-очень мило выглядишь. Спасибо. Слушай, мы сегодня, ты знаешь, с кем играем? С кем? Не знаешь? Нет. С Томью из Томска. И у их команды, значит, у болельщиков такой слоган, что они, мол, хозяева Сибири. Вот, а мы-то тогда кто с тобой? Мы сама Сибирь, наверное. И они наши хозяева? Это нужно еще доказать. Слушай, мы еще заметили у тебя в корзине вот это большое количество шишек. Ты поэтому так радостно выглядишь? Ну да, в лесу шел, кедровых не нашел. Вот, запаса взял. А грибы есть? Грибов нету. С кем играем? С Томи. Томск, все верно. А смотри, у болельщиков Томи есть слоган «Мы хозяева Сибири». И вот мы с Виталькой ходим и узнаем, а мы-то тогда кто? Ну, сегодня узнаем. Но... То есть можем и мы хозяевами оказаться? Мне кажется, да. Хорошо, почему один пришел? Ну, у друзей сегодня просто не получилось. У друзей сегодня день рождения. Ну, не то, что день рождения, там просто мама приезжает у друга, поэтому он не смог. Ясно, спасибо тебе огромное. Счет, давай пробуй предсказать, потому что у нас это всегда важно. Тот, кто по итогам угадывает, когда выходит наш список, тот получает аплодисменты и лайки. Ну, пусть будет 2-0. 2-0 в нашу. Слушай, ну ты уже второй человек, который этот счет говорит, поэтому, блин, двоим мы аплодировать и лайкать не сможем. Спасибо тебе огромное, удачи. Друзья, продолжаем. Вот видите, все-таки какие красноярцы скромные, скромные люди. Уже второй человек. А давайте вот сейчас игра пройдет, и мы посмотрим тогда, увидим, как сыграем с братушками нашими из Томска. Мы? Да. Тоже хозяева Сибири. Ну, ты же понимаешь, что хозяина два быть не может. Когда два хозяина, посуда разбита, не мыта, ничего не стирано. Нет, так бывает. Ну вот, хорошо, приходишь ты домой и говоришь своему, ну-ка иди выноси мусор. Он говорит, что, мать, попутала, что ли? Сама... Идет. Серьезно? Да. Хорош. Хорошо. Короче. Поэтому бывает так. И девочки у тебя всегда хорошо ходят здесь, они работают. Ну, я тоже не согласен. Мы, значит, мы хозяева Сибири, надо переделать. Надо переделать томских болельщиков. Евгений, ну и предсказание счета. Каким сегодня будет счет? Ну, Томь прошлый тур хорошо играла. Думаю, ну 2-1 в нашу. Спасибо. Мы хозяева... Так, сложный вопрос. Хозяева страны. Тогда пускай так. Потому что лес... Америки. Нет, Россия. Россия. Понятно, Томск. А мы хозяева вообще России, страны. Понятно? Отстаньте. Отстаньте от нас. Ты же знаешь, что у болельщиков Томи главный их лозунг «Мы хозяева Сибири». Не слышал, но они не правы. Вот. А мы-то тогда кто? У нас вопрос Виталий сегодня. Вот, давай примем. А мы хозяева Сибири. Мы типа, ладно, хорошо. Ага, Томск, ладно. А мы-то тогда кто? Мы хозяева хозяев. Если они хозяева Сибири. Обожаю Валеру. Друзья, ты абсолютно прав. Ну и счет, пробуем предсказать. Счет, что это будет сегодня? 5-0 в нашу. Что ты угораешь? Спасибо тебе большое. Друзья, продолжаем выяснять. Если они хозяева Сибири, мы-то кто тогда?
Вам может показаться, что здесь бесплатно раздают еду, какую-нибудь вкусную, дорогие пироги с красной икрой, а возможно, какая-то буженина с черной икрой и другие очень дорогие вкусные слова, о которых я знаю, но которых никогда не пробовал. Нет, это клубная лавка «Енисея», друзья, где продается атрибутика клуба. Смотрите, расходится просто как горячие пирожки, потому что а. красиво, б. ну, это ярко, и в. это выгодно. О, друзья, идем. Посмотрите, как много людей. А осень, сентябрь, уже сентябрь, середина сентября. Казалось бы, мог и снег рухнуть уже, и больше не сходить. И играли бы мы в этом нашем замечательном, прекрасном манеже. Но нет, смотрите, какие погоды стоят. Весь Красноярск либо на выборах, либо на картошке, либо здесь. Тайга, могучие кедры и ели, осетр плещется в оби и парабели. Экватор, 56-й параллели, на своих и чужих мы никого не делим. Ни в Энске, ни в Перми, ни в невесомости, здесь и сейчас. А мы сейчас берем интервью у двоюродного брата нашего Валеры Кичина. Это Костя Кичин. Здравствуйте, Константин. Говорит, что он на самом деле фанерный мужик, не имеющий отношения к нашему Валерке. Так похож, тоже брутальный. Извините, пожалуйста. Но скажи, вот все равно, ведь кукуруза – это очень полезная штука. Вот знаешь о полезных свойствах кукурузы? О полезных свойствах? Да, вот початок. Вот берем початок с тобой. Что делать с початком кукурузы? Брать его и есть. Его нужно очистить. Хорошо очистить. Друзья мои, действительно, до матча остаются какие-то секунды, минуты. Все дико ждем. Первое, дерби, это мега интересно. Второе, сибирский футбол, когда и с одной стороны сибирская команда, и с другой, он просто бескомпромиссен. И с одной, и с другой команды ребята будут просто вгрызаться в победу, вгрызаться в поле, вгрызаться друг в друга. Но все, естественно, по спортивным правилам. Мы с вами просто, я надеюсь, сегодня увидим красивую, качественную игру двух замечательных сибирских команд. Мы с Виталием сейчас отправляемся на трибуны. Сядем и будем болеть со всей силы. Ну, а вы обязательно, если вы сегодня, вот сейчас, когда вы смотрите эту нашу передачу сейчас у себя дома, за компьютером или с телефона, приходите в следующий раз на футбол. Здесь хорошо, здесь кормят. Ну, у тебя травма? Да. Говори, когда ты выйдешь? Ну, недельки через две, наверное, уже. Бой. Та же история, но, надеюсь, пораньше. Ну, первый тайм подошел к концу. Мы проигрываем пока 1-2. Я вот сейчас на своем любимом сайте Pornhub Newscore и смотрю статистику первого тайма. 11 ударов, 2 в створ ворот. Это у нас. У Томи 6 ударов. 3 в створ ворот. Представляете, какая перестрелка? Это всего лишь за 45 минут. Вот такие дела. Друзья, ну, это настоящее дерби. Это интересно, это жарко. Народу пока нравится точно. Ну, так как пока проигрываем, люди, те, у кого мы спрашивали, а мы тогда кто, если они хозяева Сибири? Вот они сейчас задумчивые сидят, даже в туалет не вышли. Енисей родной, мы стоим стеной, на нашу честь и дождь и снов. Енисей наш суперклуб. Енисей наш суперклуб. Красно-синие. Красно-синие. Эй!
что ж, друзья, со счетом 2-3 мы, к сожалению, проигрываем. Это был замечательный матч. Спасибо огромное нашим футболистам, спасибо гостям. Я, знаете, хотел что сказать, что мы с нашим красноярским гостеприимством, конечно, далеко не уедем. Правда. Ну, ладно, ладно. Типа, ну, хозяева вы Сибири и хозяева. Сегодня. А завтра будем мы. Всем пока. Вместе с вами был Олег 13-й, Виталя. Работаем для вас. Программа «Вокруг матча» подходит к своему завершению. Все едем домой. Слегка грустный, но матч действительно был хороший. Всем спасибо. Очень грустный, бро. Все. Всем пока. Пока.